Вы знаете, я человек скорее консервативный. Поэтому, на мой взгляд, вот, для того, чтобы делать что-то новое, нужно сначала точно понимать, почему не работает уже существующее. Я не видел новый канал, что он показывает, как он будет работать. Но если мы не можем навести порядок, в большинстве своем, как население наше представляет, на существующих телевизионных каналах, в первую очередь государственных, ну а почему новый канал должен чем-то отличаться?